Citrus. Гаджеты та аксесуари. Всем привет, меня зовут Руслан Самоваров, и сегодня я подведу итоги акции по Polaroid и разыграю Polaroid Cube+. Для участия в конкурсе нужно было посмотреть наше видео, подписаться на наш канал на YouTube, выложить видео в одной из социальных сетей, ВКонтакте либо Facebook, либо сделать репост в одной из этих социальных сетей с этим видео и заполнить небольшую анкету, которая находилась в ссылке в описании под видео на YouTube. Сейчас передо мной весь список участников, он находится в табличке в Excel, давайте посмотрим на него и проведем розыгрыш через сайт random.org. Поехали! Перед нами сейчас весь список участников, вы знаете, как я сделаю, я не буду его полностью выделять, я просто возьму все строки, посчитаю, у нас строчек от 2 до, сейчас посмотрим, сколько всего участников, 1073 участника, и я на сайте random.org введу вот так вот, 1073. Потом нажму кнопку Generate, и вот эта цифра будет строчкой там, где будет находиться наш победитель. Я проверю обязательно, выполнили все условия конкурса, и также посмотрю, чтобы это не был человек-бот. То есть, ну, как минимум на аватарке хотелось бы увидеть настоящую фотографию. Нажимаем Generate. У нас номер 181. Давайте посмотрим, кто у нас номер 181. Так, Николай. Давайте начнем проверку с YouTube канала. Так, смотрим. Николай Мазурик. Мазурик. Да, вроде бы так, вроде бы правильно прочитал. Давайте посмотрим подписки. Он подписан на наш канал. Есть подписка. И теперь давайте проверим, сделал ли он пост с этим видео у себя на странице, на Фейсбуке. Так, Николай Мазурик. Фотография настоящая, судя по всему. И пост есть. Есть пост, у человека есть друзья. Я думаю, что более чем реальный. Тем более у него много фотографий. Николай, я поздравляю вас с победой. Вы выиграли Polaroid Cube+, и я вас очень прошу связаться с нами, чтобы мы рассказали, как вы сможете получить свой приз. Можете написать на мою страницу ВКонтакте, либо на Фейсбуке. Остальным участникам желаю удачи, продолжайте участвовать в наших конкурсах и обязательно выиграйте ценные призы. А чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Инстаграм, кстати, тоже. Хорошего дня и яркого настроения. Пока. Citrus. 15 лет яркого настроения.